Прежде чем говорить о показаниях относительных абсолютных к операции кесарево сечения, хотелось бы рассказать, что такое операция кесарево сечения и для чего она нужна. В настоящий момент это операция, которая очень распространена для оперативного родоразрешения. Это операция, когда плод и послед извлекаются через разрез на матке. Первую операцию, которая закончилась благополучно и для матери, и для плода, в России произвели в 1842 году в Москве хирург Рихтер. Вообще эта операция считается достаточно сложной, и у нее много осложнений, которые могут быть, поэтому для того, чтобы делать эту операцию, нужны веские основания, веские показания. Такие показания к операции кесарево сечения делятся на три основные группы. Плановые операции кесарево сечения во время беременности, экстренные показания во время беременности и экстренные показания кесарево сечению во время родов. Плановым показанием к кесаревому сечению во время беременности могут являться абсолютные и относительные показания. Относительными показаниями являются тазовое предлежание плода, когда малыш предлежит не головкой, как считается нормальное положение, а тазовым концом, ягодицами, либо ножками ножное предлежание, либо смешанное ягодичное предлежание, когда предлежат и стопки плода, и ягодицы плода. В этой ситуации роды более тяжелые, они возможны, но при небольших размерах плода, либо у повторно родящих, когда это вторые, третьи, четвертые роды. В первых родах, если размеры плода достаточно крупные, от 3600, 3800 и выше, то риск осложнений в таких родах очень высок. Поэтому чаще всего делают кесарево сечение. Также показанием к кесаревому сечению может явиться рубец на матке после предыдущего кесарево сечения, но это показание относительное. То есть с рубцом на матке после кесарево сечения при особых условиях можно женщине попробовать родить через естественные родовые пути. У нас такие роды проводятся, такие пациенты у нас были. Также показанием к кесаревому сечению в плановом порядке может являться экстрагенитальная патология. Это миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, это симфизиопатия. Это вывих тазобедренных суставов, врожденный у женщины, когда ортопед не рекомендует рожать через естественные родовые пути. При симфизиопатии есть риск того, что лунное сочленение – это сочленение впереди тазовых костей. Может во время родов произойти разрыв этого лунного сочленения, либо трещина этого лунного сочленения. В процессе, это считается серьезным осложнением родов, происходит инвалидизация женщины, то есть она долгое время не может ходить и порой даже необходимо дополнительное оперативное лечение. Также показанием к кесаревому сечению может быть крупные размеры плода свыше 4,5 кг у первородящих при относительно небольших размерах самой пациентки, самой беременной. Также риск того, что ребенок может пострадать, мама может пострадать, поэтому в этой ситуации коллегиально решается вопрос в пользу либо кесарево сечения, но чаще всего кесарево сечение, либо естественных родов, но с ограничениями. Также показанием к операции кесарево сечения может являться многоплодная беременность. При двойнях, когда первый плод лежит в тазовом предлежании, а второй, допустим, в головном предлежании, обычно акушеры-гинекологи склоняются к абдоминальному родоразрешению, то есть к кесаревому сечению в интересах плодов. Также при многоплодной беременности тройней и четверней, то, что бывает редко, но тем не менее, такие случаи бывают, и при этом родоразрешение происходит в более ранние сроки. Это может быть в 33-34 недели, когда родовые пути у женщины еще не зрелые, и дети располагаются хаотично внутри мамы. Соответственно, более правильно родоразрешить в таком случае детей оперативно в интересах также плодов. Показанием к кесаревому сечению, относительными показаниями, может являться беременность после ЭКО. Чаще всего это происходит у женщин возрастных после 35 лет, и
Обычно это не первая попытка ЭКО, а многократная. И такие пациенты часто настроены на оперативное родоразрешение. Они не хотят ничем рисковать, не рисковать своим здоровьем, не рисковать здоровьем ребенка. Плюс к этому обычно присоединяются еще какие-то дополнительные показания. И по совокупности этих показаний таким пациентам тоже делают кесарево сечение в плановом порядке. Чтобы записаться на консультацию к акушеру-гинекологу перинатального медицинского центра группы компаний «Мать и дитя», пожалуйста, нажмите на эту кнопку. Однако в случаях, когда самостоятельное оплодотворение яйцеклеток невозможно, либо когда при этом получаются эмбрионы плохого качества, методом оплодотворения выбирается ИКСИ. Экстракорпоральное оплодотворение – это один из самых важных и наиболее эффективных методов вспомогательных репродуктивных технологий. Детская поликлиника наблюдает детишек от 0 до 16 лет. Поликлиника наша очень хорошо оснащена, представлена всеми специалистами.